Всем привет, старый браконьер на связи. Вот сегодня снимаю все морды, все петельки закрываю. В воскресенье, наверное, уезжаю или в понедельник. Ну, заранее закрываю все. Вот. Скоро будет зимняя рыбалочка, зимний ледок. Такие дела. Скоро походим. По Волге, матушке, по льду, по жесткой воде. Вон, смотрите. Все ободрано. Петля. Петля вон как. Кто-то был. Сдвинул. Ну и ладно. Ну и ладно. Это пускай висят. Такие дела. И тут тоже кто-то был. Она не затянулась. Ладно. Надо делать из какого-то другого материала. Будем думать, из чего делать. Может, кто подскажет. Вот так вот оставляю. Пускай клюет. Из лески, наверное, делать надо. Что-то медные проволоки. Столько уже проловов, а ни одного выхлопа нету. Да. Каждая проверка по 2-3 петли пролов. Наверное, мой косяк в чем-то. Ладно, сейчас снимаю ее. Ставлю на паузу. Вот достал. Пустая, ничего нету. Зато травы. Сколько нагреб. Там кто-то плещется. Кто, непонятно. Щука, наверное. Ладно, ставлю на паузу. Со всеми увидимся на водоеме.